В рамках социального раунда «Стоп-гаджет» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели информационную встречу со студентами. Ребятам напомнили о том, что использовать мобильные устройства и наушники во время вождения автомобиля или пересечения проезжей части очень опасно. Дорожные полицейские озвучили данные статистики аварийности по Одинцовскому округу и призвали учащихся строго соблюдать правила дорожного движения.